Холодная ночь наполнена сотнями звуков. Бесы и лесные черти пролетают под разлапистыми еловыми ветвями. Совы охотятся на юрких полевок. Примогильные травы что-то шепчут из-под угрюмых силуэтов голбцов Михайловской ростани. Дед Егор останавливается и, склонившись, разглядывает что-то на сухой земле. «Смотри-ка, сколько уж прошло, а след остался от круга твоего. Интересно, может, и от моего остался? Того, когда я колпак отбирал. Сколько тут их начерчено-то было за века? Грехов-то, грехов! Вот ты думаешь, зачем нам иконы с церквами? Грехов у меня Христа задавить. Думаешь, колдунам их износить удастся?» «Говорят, нет спасения еретникам». «Верно, верно говорят. Я так думаю, на то нам и дают бисей, чтобы мы ими заправлять учились. А церква, икона — это так, чтобы народ не пугать». «Может, и мне с ученицей тут круг придется чертить?» «Это уж как Бог даст». Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на... «Мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно». «Покупай тут амулет! Он не есть, не пить не просит!» «Ох, Вася, Егор Евлампович, прибыли. Я уже не знаю, что и делать. Все молитвы перечитал. Таких страхов-то давно у нас не было. И кто с животиной такое устроил? Изверг какой-то». «Расскажи, где корову-то нашли?» «Ой, так в старой часовне на кладбище. Там редко кто бывает, а нонче-то вообще страшатся. Так и лежит у алтаря. Что это за напасть-то на наш уезд? Что за сатана, прости господи!» «Что-то еще необычное замечали?» «Да вот, боятся идти к кладбищу-то.
блазнит, так. Уж много кто и к вам собирался по этот случай, да я уверил, что вы скоро будете. Где часовня-то, в которой корову удавили? Так на кладбище церковном. Там уже до того что-то стучало, да скребло. Как будто из-под земли звук слышали. Поэтому и реже народ туда ходить стал. Хорошо, посмотрим, что там за окаянный у вас. А ты из-за кромов церковных пока оплату собери. Хорошо, Егор Евлампович, вы уж на этот счет не сомневайтесь. Господи Иисусе! О, нечего тебе на страх этот смотреть. Я скотиной займусь, а ты пока вокруг поищи. Попробуй найти подсказку, что за нечистый тут обнаружился. Вы замечаете странные кровавые следы, будто птичьи отпечатки смешались с человеческими. Ну, осмотрелась? Осмотрелась уже. Вот тут нашла следы какие-то. Ага, птичьи. Нечистый шьет иголкой без ушка. Думаешь, что? Это не птица никакая, а кости на ногах обломанные. Я корову осмотрел. Ее зубами и когтями разорвал нечистый, это понятно. Но вот еще нам подсказка. Железная стружка в коровьих костях. Ух, не нравится мне все это, Вася. Давай-ка попробуем старый след открыть. Погоди-ка, я у твоих находок пошепчу. Дед Егор произносит несколько заговоров, и на земле появляются птичьи следы, ведущие от растерзанного животного куда-то вглубь Вильгардского кладбища. Вот, по нему пойдем. У меня еще на медне в ухе спело. Не к добру эта находка будет.
Деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине. Вы заглядываете внутрь. Черный провал ведет глубоко под землю. На кресте полустертое имя – Прокопий. Так и знал. Вы придерживаете пошатнувшегося деда Егора. Мал был еще, неопытен, плохо обезвредил. Вышел на свободу, еретник проклятый. Я еще у коровы догадался. У нашей семьи-то такая же была давным-давно. Это он мне гостиницу оставил. Ничего, ничего. Мы его обратно в гроб загоним. Не зря я училась, дедушка. Вместе справимся. Я веревку в церкви видела. Нужно спуститься в его логово. Егорка, вот и свиделись. Что это ты пришел? Уж не жертву ли учителю оставить? Гляди-ка, какая! Черноволосая, белая да смелая. Эх, паскуся! Ну, сюда веди, а сам давай, помалкивай отсюда. Какая я тебе жертва? Ты нас плохо знаешь, окаянный. Нет, девка, это ты нас плохо знаешь, да, Егорка? Не зря я тебя учил, ведь ты такой же, как и я. Как ты тут жил все эти годы? Мал ты был, Егорка, неопытен, не знал, как меня подбить. Да теперь поздно, долго я не мог выбраться из домовины. Твой святоша знал свои молитвы, не то, что ты. Но ничего, не расстраивайся, ты хорошо пожил. Вон какой потопный стал, смотреть тошно. Кажется, я-то получше устроился. Уже лет 30 не старею. Ты глянь на мои хоромы, разве не призорно на них смотреть? Как ты тут все выстроил? Очень просто. Зубы и когти со временем железными стали. А с таким инструментом работа спорится. А как имя мое истерлось на домовине, так и молитвы перестали меня сковывать. Не смешно ли? Сгинешь со своей девкой в моей же могиле. Говоришь, похожи вы с дедом. Не смей нас сравнивать, Прокопий. О, ну нет. Ты же у нас добрячок, Егорка добряк. А не ты ли чертей послал убить меня во сне? Не забрал ли ты потом моих бесов? Ой, а это не они у тебя на плече? Я не убивал детей. Это правда. Но нет ли за тобой других грехов? Что за палка у тебя? Уж не из того же рога, что и мой боток стародавний. Но что я слышу? Кажется, голос моего старого беса. О, неужели окаянный мне все поведал? Ох, что они тебе шептать, Егорка? Что насоветовали в конце твоей никчемной жизни? Хватит разговоров, нечистый! Тогда я не знал, как тебя изничтожить! А теперь знаю. Тебе не одолеть двух колдунов, Прокопий. Я не зря ждал этой встречи
40 лет.
Да как? Не зря я тебя... Как ты тут... Подобно не каждый глянь на моих... Как... О, а как не смешно ли? Говори... О, они... О, я... Но... Не... Ох, что они тебе... Хватит! Так, а тебе... Я... Теперь он уж точно в пекло отправится. Ну, живо, помнишь, что делать надо? Так, как можно нечистого покойника обезвредить, чтоб на тот свет уж точно отправился?
зря я тебя... Как ты тут... Матюнка, ты глянь на моих... Как ты... О, а как не смешно ли? Говоришь... О, но... Ох, что не... Хватит раз... Так дай... А... Тебе не одоль... Я не зря... Теперь он уж точно в пекло отправится. Ну, живо, помнишь, что делать надо? Так, как можно нечистого покойника обезвредить, чтоб на тот свет уж точно отправился? В сердце кол осиновый воткнем. Средство верное, только истлело сердечко-то. Но ничего, хребет перебьем и дело с концом. Эх, будь я поумнее в те годы, он бы и сегодня не вернулся. Ну ничего, мы его рано одолели, не успел тут назимогорить. Прокопий говорил. У него из рога был, я забрал. Да, есть грешок, только смотри, он новый раздобыл, и тоже из рога лосиного. Этот тебе нужно забрать. Если, конечно, не боишься его мести. Вы забираете старый баток Прокопия. У тебя бесы остались? Я думала, ты мне всех отдал с книгой. Почти всех. Оставил немного. Пригождаются, сама видишь. И еще пригодятся. Давай, дедушка, разделаемся с Прокопием. Да уж, того и гляди, опять подымется. Тьфу ты, сила нечистая. Вы обезвреживаете Прокопия, а бесы помогают закрыть могилу землей. Теперь на месте старой домовины образовалась воронка. Похоже, и вы видели во время ваших путешествий.
Уж не другие ли нечистые покойники там были похоронены? Как ты, дедушка? А как? Хорошо все. Ты про Прокопия, чё ли? Да бес с ним. Я его первый раз сосвету сжил. Теперь мы вместе в пекло его отправили. Жаль, только раньше его не извел. Эх. Ну, как там твои печати? Уже скоро все будет открыто. Думаю, в срок успеем. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на любой вкус и кошелек.